Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Chronos Before the Ashes. Итак, мы с вами в прошлой серии попали в какой-то мир теней. Здесь такие уже более сложные противники. И пока мы промещаемся в какую-то одну башню, в желтую. А до других башен пока нам, в принципе, не дойти. Так, ну это, в принципе, несложный противник. Давай. А, ты двойной делаешь, хорошо. Надо запомнить, когда он делает двойной, когда одинарный, блин. О, есть крис, хорошо, у нас осколочек есть красненький, это замечательно. Мне как раз его не хватает на то, чтобы прокачать меч крылов до конца. Все, отлично. Максимальный уровень. Теперь у нас получается... сколько? 159 урон. 159. А здесь 160. Ну, хорошо. Блин, тут надо как-то по одному их выцыганивать. Потому что если их тут будет много... Я бы с тем сначала бы справился, с товарищем, который подмогу вызывает. Ну, выделит его. В спину бей ему, бей. Не отпускай. Бей его в спину. Отлично, отлично. Хорошо. Ну, выдели. Выдели. Давай. Не позволяй уйти. Хорошо. Так, ну на прокачку молота не хватает сейчас, конечно же, да? Да, не хватает. Вот. Вот, получается, мы с вами будем брать новые плитки. Но опять-таки, плитки плитками не особо она полезна. Хотя, не знаю, посмотрим, какого она имеет вида. Так, вот теперь... Теперь это можно все дело собрать. Ну, иди. Вот. Так. А, подходит. Теперь... Тащим тебя. Хорошо. Дальше тогда как быть? Хм. Ну, допустим, поставлю я тебе, а смысл какой в этом? А, есть в этом смысл, конечно же. То есть, смотри. Ну, блин, вот не работает нормальное управление. Вы говорите, что, блин, у меня руки корявые. Корявые у меня руки, у меня все отлично. Так, все должно быть как-то так, вот, вот так и вот так. Но мне надо теперь вот эти вот элементы поменять местами. Когда я их смогу поменять, тогда все будет идеально. О! Аллилуйя! Фух. Я, наверное, повырезаю очень много, потому что слишком долгое время тут провозился.
Не сюда, да? Что-то какой слишком долгий маршрут. Капитально, мы какими-то непонятными кругами ходим. Теперь сюда идти. Мне как бы туда надо идти. Куда вы меня все время тащите? Какой же долгий маршрут. Да, ты издеваешься. Мечом, главное, не так сбивается, да? Ой, получил. Дашь осколок? Отлично. Правда, красненький, но ничего. Ну куда ж тогда тут идти-то? Там башню я всю зачистил, мне там уже делать нечего. Я вот сюда никак попасть не могу. Вот в эту красную. Ага, два мага. Ну, два мага это круто, конечно, да. Давай. Да зажимай, зажимай, все, бей. Очередной маг. Ах ты, зараза. Осколок, кстати, валяется внизу. Не знаю, смогу подобрать, не смогу. Посмотрим. Нормально, смогли, хорошо. Да, это, наверное, самый длинный путь. Нам, конечно, предстоит идти к фиолетовую башню. Да неужели? Но только проблема в том, что у нас нет этого элемента полноценного, понимаете? У нас его нет. И чё, и смысл? Ну давай поставим. Но он не подходит сюда. Вот те раз. Шёл-шёл. И не пришёл. Столько времени потратил для чего? Так, ну я, наверное, все это дело повырезаю, потому что, в общем, получается, мы туда с вами дошли, но там у нас нет с вами специального ключа. У нас есть он ключ, но он собран не до конца. Где его взять, без понятия, потому что мы вроде как, в принципе, здесь все посмотрели. Здесь была только одна плитка и больше, в принципе, ничего.
Куда-либо сворачивать тут не получится никак. То есть тогда пока непонятно мне момент. Либо надо было, получается, в оранжевую, что ли... Ой, вернее, не в оранжевую, в фиолетовую тогда башню идти. Я думал, красная как бы следующая, но походу не так все это дело происходит. То есть я решил загадку с проходом в Красную башню. Но Красная башня не работает. Я, в принципе, получается, могу, наверное, здесь переделать все это дело. А, так подожди, мне надо еще, получается, этот элемент вытащить. Не так-то все и просто. А, не сюда. А, тогда, скорее всего, вот сюда вот. Да, вот сюда вот. Фух, ну хорошо. Сюда, допустим. Скорее всего, это к какому-то придет порталу. Ну тогда сейчас опять появятся новые противники. Опять черт его знает, как идти. Скорее всего, нас вон к тому порталу отправят, мы потом сможем переместиться. Ну да. Тут, скорее всего, мы с вами сможем достать ключ. Часть ключа, вернее, да? Офигеть, у них тут статуи. Просто кошмар. Опять с кем-то драться придется. Офигеть. Да ты издеваешься? Не работает вообще уклонение. Ешь сердце. Давай. Да не того, блин, бей. Господи, дебильно. А, черт возьми! Ну давай сдохни еще теперь, блин.
Тогда бей ты его уже. Давай быстрее, сердце. Фу, жесть. Ух, какая жесть. Какая жесть. Ты можешь его выделить? Все, двое сдохли. Хорошо. Да, тут прям сложные противники, когда они толпой нападают на тебя. Один это не страшно, но когда их толпа целая. Бей, давай, давай. Добивай, добивай ее, добивай, тварь эту. Есть, отлично. Да, это как раз последний ключ. Последний гребаный ключ. Вот это мы, конечно, с вами сейчас попали. Я кое-как выставил в проход в красный, в красную башню. Теперь мне придется все это заново. Все это заново. Так, как он называется? Соединить. Как только ключевой камень сцепляется с вторым камнем, артефакт становится завершенным. Вес, баланс, симметрия — все таково, каким и должно быть. Хорошо. Но какой мы проделали для этого путь, потратив все сердца абсолютно? Я думаю, нам надо будет где-нибудь сдохнуть, чтобы восполнить, так сказать, все элементы. Ну, давайте сейчас опять-таки, наверное, за кадром все это сделаем. Попробую все дело восстановить. Потому что это уже... будет очень долго. Ну, отлично. Получилось быстрее намного, но все-таки. Так, ну, надеюсь, сейчас никто не появится, потому что вроде как мы целый путь зачистили. Надеюсь, там будет монолит. Но путь туда очень долгий, так что... увидимся уже на той стороне. Ну что, добежали. Долго, конечно, пришлось бежать, но все-таки мы дошли. Не оставил, кстати, обратно забрал. Она еще пригодится. Так, это портал. Так, я смогу сейчас туда протонуться и потом обратно же. Ну, потому что если вдруг я сдохну, что 300 раз не перемещаться. Ну, по этой всей фигне не бегать. Так же, но быстрее. Быстрее. Потому что по-любому мы сейчас сдохнем. О! Тем более, скорее всего, здесь будет босс. Да? Ну да, короткий путь до босса. Смотри, у него неполное здоровье, да? То есть, соответственно, мы этого убили. Давай, догоняй. Бей. Какой же он долгий.
Вот если было влечение бы одно, было бы нормально. Да. Хорошо, это, в принципе, несложный босс. Тем более, мы его почти убили. У него хпшка наполовину, потому что мы там-то в своем измерении товарища-то убили. Но, опять-таки, из-за того, что не было лечилочек, мы проиграли. А так он несложный. Поехали. Это у нас лабиринт, да? Босса зовут Лабиринт. Ну и где ты? Ну да, это, видите, тоже страж получается. Ого. Всю выносливость выжрал. Ты издеваешься? Используй лечение. Лечение используй. Давай, 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 давай. Это при том, что у меня максималка получается. Подожди, у меня есть... Да, у меня есть еще прокачка. Давай, 4 уровня. Ах ты, пес. Ну и как я должен тебя убить? Вот ты зараза. Есть! Что еще за лабиринт? Получено достижение. Я же говорю, он легкий. Третий страж. У тебя получилось? Получилось исполнить то, что было предначертано тебе с рождения. Страж лабиринта. Зверь из другого мира. Сражен тобой. Воины, которые были слабее, могли лишь беспомощно наблюдать за тем, как лабиринт отнимал у них разум. Но ты... Тебе удалось взять жизнь стража в свои руки и раздавить ее. Смешно. А где? Где корень-то? А, наверху. Ха, все, увидел я. Где третий был страж? Иди же, маленький воин. Иди и предстань пред драконом. Содрогнись от его ужасающей мощи. Опусти глаза под тяжесть его гибельного взора. Теперь, когда все препятствия устранены, дракон ждет. Так, у нас с вами ничего с собой нет, правильно? То есть у нас, по идее, еще одна осталась дверь. Но нам открывать ее нечем. Мастер-ключ остался, камень циклопа, тройная руна лабиринта, ключ-карта, масло-осколок...
Так, но мне надо будет на молот еще 5 штук. Нет, 6 штук. То есть это сюда, да? Ну, поехали. Ну, допустим. Но это же наше измерение. Просто оно искаженное. Ого. Понятно. Так, здесь что? Ну, в смысле, я же ушел от атаки-то. У меня даже меч загорелся. Блин, я не вижу. Фух. Так, ну осколки дают уже только красные. Очередной маг, да? Лучник какой-то, что ли? Ну, я не узнаю, как он работает. Потому что я его убил. Еще красный. Так я же не могу больше улучшать уже ничего. Мне как бы нужны были обычные. Загрузка меню загрузки. Доступ к главному компьютеру. Центральный компьютер отключен. Ошибка 88. Локальные файлы. Инструкция. На всех артефактах должны быть указаны дата и место обнаружения. Обо всех новых текстах, рисунках и других пиктографических находках следует сообщить капитану Форду. И никаких взрывчатых веществ. Все раскопки должны проводиться вручную и с особой тщательностью. Файл поврежден. Код взломан. Наконец-то до меня дошло, для чего нужна эта чертова линза. Идею мне подал Форд, сидя в моем офисе и уставившись в стену. Само собой, нам удалось открыть дверь. Блок 17. Блок 17 — это ошибка, а доктор Харсгаард — безумец. У нас и с этими тремя основицами проблем хватало. И четвертый был совершенно ни к чему. В оригинальном тексте не было кодов для этого четвертого основицы. И это явно не просто так. Но получается, основицы — это и есть самые главные боссы. То есть первые три основицы — это были стражи, циклоп, лабиринт, многоликий. А четвертый — это, получается, дракон сам. Офицер Невилл выслушал мои возражения, но, видимо, он полностью доверяет Харсгаарду. Я очень надеюсь, что он прав. Осталось откопать еще два зала, но из-за серии небольших толчков прогресс замедлился. Никто не пострадал, но я приказал своим людям держаться подальше от глубоких туннелей, пока толчки не прекратятся. Так, завал. Один из туннелей обрушился, отрезав от нас шестерых моих людей. Мы работаем днем и ночью, пытаясь добраться до них, но все, что мы услышим, это крики с другой стороны. Все мертвы. Ворота закрыты, и эти ублюдки остались внутри. Но я уже слышу, как они царапают стены. Там 3 фута бетона, но с тем же успехом это могла бы быть бумага. Не хочу даже думать о том, что случится, если эти твари сумеют выбраться на поверхность. Да поможет нам Бог. Но, походу, он вам уже не помог. Примечание. Примечание капитана Форда. Все мертвы, база блокирована. Я не знаю, что случилось со мной, с моей командой. Мы умерли, в этом я не сомневаюсь. Но мы снова здесь, там же, где были в самом начале. И, судя по всему, прошел по меньшей мере год. Если кому-то удается найти эту записку, мы возвращаемся в центр, в блок 13. Ищите нас там. Угу. Так, а здесь получается, в принципе, все. Хорошо. Это простой утилитарный ящик. Никому и в голову не придется счесть его чем-то иным. То есть я могу его, в принципе, открыть, да?
Эта линза чрезвычайно прозрачная, как самый безупречный рубин. Очевидно, была сделана для того, чтобы смотреть сквозь нее. Угу. Однако, глядя сквозь это багровое стекло, вы начинаете думать, что, возможно, оно было создано для наблюдений. Ну, понятно, надо будет потом вставить. Так, ну вопрос теперь, правильно я пошел или неправильно? Нет, значит, здесь закрыто. Хорошо. Пока здесь тупик, но это, скорее всего, будет у нас вместе срез. Так, ну там сейчас будет жесткий противник. У меня, в принципе, есть защита, но... Нифига ты сбил! Да блин, нифига вот не видно из этих гребаных растений. Сзади, конечно, им получается удобнее заходить, да? Да добей ты его уже. Да, это жесткие ребята. Блин, нафига мне дают столько осколков, если я не могу прокачать ими ничего? Вот если бы мне сказали, парень, у тебя еще есть возможность прокачать, но я не могу. Я не могу. А на молот крылов мне не хватает. 6 обычных осколков. Так, ну понятно, линзу ставить сюда, хорошо. Так. Вот тут, наверное, надо этот знак записать, потому что я точно его забуду. Это, скорее всего, для того, чтобы открыть какой-то портал, может быть, как раз к этому дракону. Так, сейчас я быстренько зарисую. Так, отличненько. Но, может быть, потребуется сейчас другая еще линза. О, вас тут двое, да? Чувак, давай ты меня только один, ты меня заметишь. Мы с тобой один на один подеремся. Ну, выдели ты его. Ну, в смысле? Давай, в спину, не отпускай, не отпускай. Дави его до конца. Хорошо. Так, ну того надо по-любому бежать. Не отпускай. Бей, не отпускай. Не дай стрелять. Отлично. Что там с уровнем? Далеко, конечно, пока еще до уровня. Так. А вот тут надо же, получается, выставлять, да? Нет. Тоже нет. Вот. Отлично. Следующий. Типа штанга какая-то. Вот он, отличненько, хорошо. Дальше, получается, стрелочки. Ой, они как раз самый последний, получается. Ну, что ты встал-то, ну? Давай. Вот, замечательно. Ну и типа буквы F... Да, вот как раз вот и он. Так, здоровья нет, нифига.
Да ладно. Давай-ка лучше используй сердце. Не попал. Не повезло тебе сегодня. Сегодня ты умираешь. Да, канистра с бензином, но там два лучника. А два лучника это плохо. Два лучника это очень плохо. А, ну этот несложный, в принципе. Хотя он, конечно, блокирует мои удары, но ладно. Тут, конечно, опять-таки с ним не развернешься. Фух. Главное добежать, понимаешь? Вот до него главное добежать, до этого лучника, и все. Фух, ну зачем столько у меня осколков? Вот скажите, пожалуйста, да фига. Блин, там опять сложный противник, да? Давай тогда я сейчас дойду до этих лучников. Может быть, получится мне их грохнуть по-быстрому. Чтобы у меня была возможность восстановить защиту себе. Хорошо. Ай, засранец. Этот прямостенный сосуд был изготовлен с расчетом на то, чтобы успешно выдержать испытание временем. Ну, это же обычная канистра. Так, выносливость устанавливаем, выносливость. Ох ты! Ну, он, конечно, ко мне идет по-любому. А скажи, пожалуйста, почему-то не работает X? Бей, бей! Мутусь его! Я же ушел от удара, ну. Фух, вот, уже пошли хотя бы обычные осколки. Осталось теперь 5 насобирать. Так, там он один, да? Замечательно. Так, прокачка. 4. Ух, давай, наверное, посмотрим опять-таки в ловкость. Потому что у нас урон слабоватый. Хотя, в принципе, здоровья там не хватает тоже. Да ладно. Ну а там, скорее всего, будет короткий проход. Поэтому давай-ка я лучше использую сердце. Ну давайте не толпой.
Беги. Слишком рано. Фух, хорош. Так, инвентарь, канистра заполнить топливом. Понятное дело. Но мне нужен короткий путь. Потому что у меня осталось последнее сердце, здоровья нифига нет. Опыта получается далековато еще. А, ну так это и есть срез. Да? Ну да, это срез. Тогда вопрос. Зачем мне тогда канистра? Куда ее оставлять? Я что-то упустил. Я прошел такой путь, чтобы получить канистру с топливом. А, я здесь не был, что ли? Серьезно? Странно, ладно. Генератор, чтобы заработал лифт. Тогда подожди. А, я, наверное, сразу... Нет, я с ним бился, но я сюда не пошел почему-то. Ладно, поехали. Ну что ж, прошло, в принципе, сохранение. Сейчас посмотрим, если этот товарищ на нас не сагрится, то мы, в принципе, сейчас на сегодня с вами закончим, либо сейчас попытаемся его грохнуть. Нет, он, в принципе, нас не видит. Хорошо, продолжим тогда с вами в следующей серии, друзья. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Мазар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.